Дорогие друзья, рыболовный клуб Симбахова продолжает показывать уловы наших замечательных рыбаков. И сейчас у нас на выходе Миша и Виталий. Ребята, приветствую вас. Привет. Парни у нас ловили на... Вы на суточной рыбалке у нас были, да? На дальнем кордоне в районе 10-й беседки, по-моему, да? Насколько я понимаю. Видел там ваш цыганский табор. Палатка ваша была, да? Да. Шикарная, шикарная палатка была. Друзья, ну, улов у ребят вышел разнообразный. Есть у нас и карп, и сом. Есть при лове щучка, ленек попался. И опять напоминаю, это уже не первое видео, у нас ловятся различные навески карпа из новых запусков и из старых. Опять есть крупные навески. Вес у нас вышел 13 килограмм, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, да? 13 килограмм. Так, ребята, теперь все на серьезную тему. Как проходила рыбалка? Что использовали при поклевку? Что использовали при поимках? Наживку я имею в виду. В основном клевала на кукурузу, а парша попадалась на червя тоже. Карпик один только, по-моему, червя попался. А так кукуруза, опарыш. Угу. Сом на что брал? Все то же самое. Все то же самое. То есть у вас, грубо говоря, вы не сильно изгалялись на одно и то же, ловил различные... Пытались изгаляться, но клевал на сборную солянку. По классике, можно так сказать, да, все клевало. Да. На что щучка у нас попалась с леньком, если не секрет? Щучка на блесну, блюфокс. Попробовали на блесенку, да, покидали? Да. Олень и червя вроде бы. Ну, в общем, на то же самое, что и остальные виды рыб попалось, да? Ребят, ну, спасибо вам за посещение, поздравляю вас с замечательным уловом, рады были вас видеть, всего доброго, до свидания. Вам спасибо.